Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, наверное, самую простую, но в то же время очень эффективно работающую прикормку зимнюю, именно для ловли белой рыбы. Я на такую прикормку ловлю плотву. Для ее приготовления нам понадобится всего лишь два компонента. Это панировочные пшеничные сухари, вот этот пакетик 200 грамм, и такое же количество семечек. Такие семечки я беру на рынке, они называются у нас отсев, то есть самые дешевые, килограмм 30 рублей стоит. Замешивается все один к одному, поэтому вот на такой пакетик панировочных сухарей мне потребуется один стакан семечки. Конечно же, велосипед я не изобретаю, но есть небольшие нюансы, которые я вам сейчас и расскажу. Часто вот такой вот светлый белый цвет сухарей отпугивает рыбу, поэтому сухарики необходимо прокалить на сковородке и чуть-чуть их подтемнить, то есть сделать коричневыми. Также поступаем с семечками. Семечки сейчас тоже обжарю и продолжим. Семечки я буду не в духовке прокаливать, а именно жарить на сковородке. И при этом я добавлю несколько капель растительного масла, чтобы они у меня не подгорели, а именно стали такими коричневыми. Прокалил сухарики, как вы видите, из чисто белых они такие стали светло-коричневые. Этого достаточно. Теперь пошел жарить семечки. Семечки примерно жарим вот до такого вот состояния, главное не пережечь их. То есть они должны быть так же, как панировочные сухари, светло-коричневого цвета. После того, как семечки тоже обжарились, их нужно перемолоть либо в мясорубке, либо обычной кофемолкой. То есть это у кого уже что есть. Перемалываем прямо вместе с шелухой. То есть вот как они есть, в таком виде и перекручиваем. Семечки тоже перемолоты. Теперь смело можно объединять оба компонента вместе и тщательно это все дело перемешать. Наверняка найдутся те, кто скажет про различные добавки, которые сюда еще надо добавлять. Но поверьте, вот в таком состоянии уже такая прикормочка работает отлично. И сюда что-то еще подсыпать, уже это будут излишки. То есть вот так вот сделали, можно смело идти на рыбалку. Отлично на такую прикормку ловится плотва. В скором будущем покажу, как это делается. Храню и транспортирую такую прикормку в обычной литровой бутылочке. Сейчас ее пересыплю при помощи воронки сюда. Можно смело ехать на рыбалку. Еще раз напомню, что компоненты здесь используются один к одному. То есть, если вам нужен килограмм прикормки, значит вам понадобится полкилограмма панировочного сухаря и полкилограмма семечек. Прикормка готова. Очень удобно засыпать в кормушку. Размачивать ее перед этим не надо. То есть, засыпали в кормушку, закрыли ее, опустили в лунку, подержали. Немного разбухло и пошли закармливать. Сейчас я покажу, как я это делаю. Вот, допустим, засыпали в кормушку прикормку, опустили в лунку, она немного размокла, прям совсем чуть-чуть. Опускаете первую кормушку на дно и ложите первую партию прям кучкой на дне. Дальше достаете кормушку, засыпаете вторую партию. Вторую партию также немного опустили в лунку, чтобы она чуть-чуть намокла. И где-то не доходя метр до дна, открываете вторую кормушку. То есть получается облако пыли, которое очень хорошо привлекает рыбу, особенно плотву. Поверьте, такая прикормка очень хорошо работает. И, как вы видели, делается всего из двух компонентов. То есть совсем проста в приготовлении. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях. Всем пока и до новых видео. До новых встреч. Всем удачи.